приехали на ЖД вокзал. Мама с подругами уезжают на Алаколь. Где вы там? Пить хочет. На 10 дней на Алаколь, капец. Я вас поснимаю. Иди сюда, Томочка. Я видео снимаю для видео. Давайте. Вот такой вот компании. Ну хорошо вам отдохнуть. Едем на 10 дней вот с такой сумочкой. Вот с такой сумочкой и все. И без денег, да? Челлендж. Матуся, ты проводила бабулю? Нет, и все. Ади, проводи, что ты. Так. Попить хочет. Мама взяла попить там, пусть даст ей. Так, сумок у вас знатно, конечно. Да, сумок. Проход. На панике. А что его проверять-то? Я тебе говорю, там есть проход. Надо все время через. Ясно. Не было, надо все время туда. Далеко туда ходить? Сами решите. Все, ладно, давай. Все, давай. Хорошо съездить вам. Все, счастливо, до свидания. Есть что на связи? Даже Пилька провожал, да? Пилёка. Что, возьмешь его с собой? Нет. Да ну, он этот, на панике, на, возьми его. Попить он там может, хочет. О, Матуся. Марта. Всё, бабуля полетела, поехала точнее. Ага. Что, на позитиве? Ага, эти, знаешь, как это? Забыл, блин, фразу, ну ладно. Разворачивайся. И на меня. Дуралей. Всё? Готов, какой-то Вики, смотри, короче. У него какой камень там, блин, пойдем, Мартуся. Ну, там вообще страшно, у него зубами трабл. Сейчас почистим зубки пилотику. Ой, надеюсь, он это переживет. Смотрите, какие дома есть у нас в Алматы. Тут, ясное дело, никто не живет уже. Вот, смотрите. Я не знаю даже, какого года этот дом ушатанный на нет. Сейчас. А вот здесь вот уже что-то есть. Что-то такое креативненькое. Здрасте. А что у вас тут такого интересного? Ой. У нас здесь мастерская. А, белка. Вот из глины, да, делать можно? Да, мы делаем из гипса изделия, из глины изделия. Угу. Вот, из бетона. Угу. Мастер-классы, сейчас, да, всякие? Да, сейчас я прошу прощения. Окей, я чуть-чуть зайду, можно поснимать? Вот надо же, придумали такое люди. Креативненько. Ой, кому чё? Классненько. Прям как на Гоа. Очень креативно, классно, молодцы. Будем а то знать. У нас такая любвеобильная наша белка. А, да. И она не кусается. Она, ну да, я вижу. Ребятишки, ага. Не боятся. У нас есть инстаграм. Вот, дом или не дом у нас. Да, вижу я. Мастер-класс. Ага. Ну, слушай, прикольно они там замутили. Чё? Это что, тутовник, прикинь? Офигеть. Твоя любимая, да? Ага, прикиньте, никому не нужен, валяется тут. Дай пирожку пойти. Она сейчас испугалась эту собаку, Мартусик. А, да ты чё? Да вообще, я говорю, смотри, она какая добрая, а это мими. Ну, если она пилотика поставь боится. Поставь на землю. Короче, ну, тутовник у нас, блин, бешеные деньги на базаре стоит, а тут никому не нужен. Не достать... Короче, нигде ветку ягоды валом, да, и вся она вот тут опадает. Вот смотрите, какая вот свеженькая. Дайте мне веточку какую-нибудь. Я ее прям съем. Вот. Вкуснятина. Смотри, это же с него, да? Вот он. Видишь уже, большое слишком дерево. А вот то, вон там, смотри, крупное. А вот, смотри. На. Будешь еще? Сразу чернит руки. Ну. Чистые антиоксиданты. Да. Только ты в руках не елось, сразу да, ешь. Да, она очень сморает руки. Вовка любит тоже такую ягоду. Вот мелкая. Ну, ничего. На. Смотри. Ну ничего страшного. Сам попробуешь? Не хочу, спасибо.
Нет. Нет, мы звонили. Что случилось? Еще раз повторите. Зубки почистить надо. Возраст какой? 8-9 лет уже. Ты ему ногти стригла? Нет, ему надо ногти вот, постричь. Может, ногти тоже не постричь. Если будете зубы чистить. Прикося. Господи. Дурали. Я хочу еще. Что, ягодки? Хорошо, сейчас пойдем прыгаем. Пока пилотика ждать будем. Да он нормальный пес, он еще всех перебьет. Только вот зубами это у них же как это. Он у всех проблем. Этот, вообще дефектованный немножечко родился. Ой, да. Очень ты... сильно мешает. Мы его кормим размоченным кормом. Он, и, он даже в он любом случае не жует не никогда. Ничего. Глотает сразу. Сейчас на пост минимальный поставим. Угу. И потихонечку все. Пилиока, пилиока. Это ему уже вкололи, да? Ему вкололи пока только этот подготавливающий. А, да. Себе. А сейчас надели, чтобы он привыкал. Угу. Ясно. Ну, он паникует. Вот я его держу за это, за сердце-то. Ну, так, мака бы здесь вообще мака померла. Мака бы вообще бы померла. Блин, она у нас такая была паникерша. Вы представляете, мы ее подстригли, и она этот... На нервах на умерла. Нервах. Не выдержала, короче. Такая нервная была. Угу. Короче, пока пилотика ждали, наелись ягоды. Посмотрите на эту моську. Вся черная. Ой. Выпали, поэтому у него остались, впереди вообще нет зубов. По-моему, по два резца. Нет, премоляра осталось. Ага. И маленькие. В общем, без зубов теперь на мягкой на кашу. Да, мы корм размачиваем ему. Нет зубов, нет проблем. Мы там его не нашли, что-то. Он очнулся? Ой, спасибо большое. Ой, классно. Ага. Все? Ногти вам. Живой, здоровый, молодец. Ну, моргает. Тут подкравливает чуть-чуть. Дома люголем 2-3 раза в день, после еды особенно. Вот так. Пока давайте вот так приложу. Люголем он жидкий? Да. Нет, вы его так не берите. Его. Он мягкий же. Все. Бе. Все, распрощались наконец-то. Вон он сидит, моргает, моргает. Живой, выжил. Да. Наверное, последний раз почистили. Ну все, да, что им дальше-то? У него зубов-то осталось. Три с дальних и передние два штучки. Ногти подстригли, а зубы подстригли. Место его посадили. Угу. Пилька, все, едем домой. Он есть хочет. Да нет, ему сейчас нельзя есть, Вов. Он вот очнулся и ходит. Что там у тебя во рту? Он не может привыкнуть к тому, что дай, что-то во рту у него прилипло, смотри. Ну-ка дай. Чурчи. Смотри, вон прилипла, дурачок, наклейка. Да, это ты чё? Наклейка. Ну вот. Ты чё злой такой пёс? Мам, ты бы хотела встать? Ну, в общем, всё нормально с ним. Очнулся и даже рычит тут на всех. Мама, хватит? Жрать хочет. Нетушки, дорогой, только вечером будешь. Мама! Мама! Ты же можешь... Что это у нас здесь? Мама! Юшин! Сука, я повелся опять! Повелся!
шила. Я устала. Вов, ну не смешно. Это съемка запрещена. Вы сейчас порвете просто. Да он скотина, блин, только напугал. Дебил. Может быть, лезть хватит? Первый же начал. Я тебя попросил дать. А ты мне. Да ты что, реально проглотил? Вот сделай вот так. Подальше. Самая умная девочка. Рядом с телевизором. Марта, пирожку будешь?